В Ивановском зоопарке стремительно размножаются пернатые. Полярные совы порадовали работников зоологического сада сразу 5 птенцами. 2 уже отдали в другие зоопарки, 3 пока подрастают под присмотром родителей. Впервые вывел птенца и филин. Самка еще совсем молодая, и в этом году специалисты филиненка никак не ждали. А вот пара степных орлов, напротив, давно ждала прибавления в своем семействе. Они 5 лет были вместе, к сожалению, никак не могли друг к другу подойти. Дело в том, что птицы хищные, и у них очень долго формируются пары. Самка яйца несла, но самец никак не хотел создавать с ней пару. В этом году это свершилось, кладка была удачная, вылупился первый птенец, и оба родителя за ним удачно ухаживают. И вот он уже 2 недели такой большой вырос.